Максим Калинин – волонтер со стажем. Уже 3 года он помогает людям. Это десятки проектов и сотни благодарных людей. Сейчас доброволец консультирует самарцев по голосованию за преображение общественных пространств по программе формирования комфортной городской среды. Онлайн-голосование стартовало сегодня. Более 2000 волонтеров расположились в социальных объектах, таких как МФЦ и пенсионный фонд. Максим – один из них. За сегодняшнее утро уже успел помочь 20 самарцев. Не забыл отдать и свой голос. Уже успел проголосовать. Живу недалеко от загородного парка и проголосовал именно за благоустройство его. Мне очень понравился проект. И я думаю, что если все-таки он сможет выиграть, я обязательно приду туда, посмотрю, как благоустроит его. Выбрать место, которое благоустроят в следующем году, должны самарцы с помощью онлайн-голосования на платформе 63.городсреда.ру. Волонтеры же помогают тем, кто с интернетом на «вы». Дается уникальная возможность гражданам самим проголосовать, причем это будет проходить с сегодняшнего дня, с 26 апреля по 30 мая, и выбрать ту территорию, которую они хотели бы благоустроить. Голосование очень простое, потому что там заполняется только фамилия, имя, отчество и телефон. Каких-то дополнительных персональных данных там с паспортными данными ни в коем случае не нужно. На выбор самарцам представлено 19 общественных территорий. Именно жители формируют первоочередной список общественных пространств для преображения. От активности каждого зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате. Например, в 2020 году по программе формирования комфортной городской среды в Самарской области благоустроили 6 общественных пространств и более 50 дворов. Мария Левина, Василий Колдашов, «События».